Акционерное общество управления развития строительных технологий выполняет широкий перечень услуг, связанных с разработкой проектов строительной сферы, проектированием и строительством объектов гражданского назначения. В штате насчитывается более 1700 сотрудников. Доработки отдельной зарплаты и управления персоналом 8 Корп коснулись организации рабочего процесса на текущих строительных объектах – станции метро Давыдково и Кунцевская. Модернизацией системы занялась столичная компания ООО «Кодерлайн». Согласовав проект автоматизации с руководством, разработчик приступил к доработкам 1С зарплаты и управления персоналом 8 Корп. Структурировали кадровую базу и распределили работников по двум масштабным строительным объектам. Создали шаблоны графиков. Автоматизировали заполнение списков рабочих и специалистов. Обеспечили выполнение 4-сменного графика. Внедрили систему контроля управления доступом СКУД непосредственно на станциях метро, где проходят строительные работы. Оборудовали контрольно-пропускные пункты сканерами магнитных карт. Выдали сотрудникам индивидуальные карточки для прохода КПП. Зарегистрировали магнитные пропуска в личной карточке 1С по номеру. Установили программное обеспечение на компьютерах КПП. Автоматизировали учет работников на объектах, количество проходов через пропускной пункт. Синхронизировали оборудование с программой 1С зарплаты и управления персоналом 8 Корп для обработки данных. Создали алгоритмы расчета индивидуальных показателей сотрудников на основании собранной информации. Количество трудочасов, количество отработанных дней. Компания АО «УРСТ» благодарит компанию «Кодерлайн» за внедрение СКУД и эффективные доработки рабочей системы 1С.